Привет, привет, друзья! Начинаем играть в Roblox, командный забег, убежать от этого стоматолога. Страшно. Еще, ну посмотрите, ну сама мне зубы кривые. Только фальшбалта, сейчас будет 100 бат, сейчас будет 10 зубы. Что? Так, смотрите. Смотрите, у нас есть это выпало. Не спеши, не спеши. Давай. А кто наш? Давай. А кто наш? А мы сейчас выберем кого-то. Вот они вдвоем пошли. И нам а мы одни. И нам желательно сам играть. Пошли с девочкой будем проходить. Вау! А, видишь? А нас не подождала. Девочка! Возле 2025! Помоги нам! О! Вот кто нам! Ну! Ну, мальчик! Деня, ты... Спасибо! Есть. Спасибо! О, тут тоже надо вдвоем! Конечно, вдвоем! Ай! Я нечаянно, я хотел прыгнуть! Стой! Выключи этот жестик! Так! Смотрим, а что здесь папа, надо! А теперь папа играет, если я не смогу! Теперь папа играет, мы по очереди играем. Ну, папа, давай мы будем по очереди играть. Будем по очереди. Да, папа? Ага. Сейчас мы будем по очереди играть. Сначала я был, а потом папа, так, а потом я буду. Смотрите, мы прошли, теперь нам надо проходить здесь. Вот, мальчик должен стать. Смотрите, это именно Даша играет в такого девочку. Это именно Даша вот тут играет в такого девочку. Смотри, мы пропустили, а нас никто не пропускает. Смотри, какая да? девочка. Даша в него играла. Может, Даша в эту девочку играет, с этой девочкой? Может, это Даша так играет? Какая-то Даша. Дашка. Супер. А тут надо уже, походу, нажимать. Ага. Вот там заходим. Вау, смотри, побежали. Он нас поймал. А ну-ка. Сейчас зубы будем вытащить. Так, готов? Пошли. Вау, побежали. Куда? Вниз бежим, да? На-на-на-на-на. Вау, побежали. Смотри, он нас догоняет. Нам надо эту кнопку нажать. Споймал. Так а что, все убежали, одни мы остались, Денька? Вин, все убежали. Побежали. На-на-на-на-на. Ну что, мы сейчас пройдем и догоним всех остальных. На-на-на-на-на. Так. Заходим туда, он сейчас будет нам махать. Есть. Давай посмотрим, как он наверху махает. Где? Смотрите, как он машет нам! А, не споймаешь, да? Пошли дальше. Он так и пошел. Ну, смотри, у нас есть напарник, мы будем друг другу помогать. Я думаю, он тоже об этом подумал. Так. Я тоже хочу играть на шерстике, но я попробую. Так, но я научусь играть на шерстике. Давайте ему нажмем. Смотри. Теперь красную. Так, теперь он должен нам нажать. Да, он должен нам нажать. Так. Ну я тоже хочу нажать. О, а это, наверное, мальчик наш. Это, наверное, наш мальчик. Ну, друзья, вот мы играем, мы вообще незнакомые люди. Мы не знаем, что за мальчик. Ну, смотри, вот он молодец, да? Он, наверное, наш. Ну, мне уже надо. Джебмен, вроде смотрите, бы. Смотрите, вот тут тоже надо вдвоем. А тут везде вдвоем. Это командная игра, это командное прохождение. Так, смотри, сразу зеленый. Где он? Где? А еще это видобачу пойдет. Может, ему помощь нужна? Где он? А, наверное, он заезд. Так он же заезд. Куда он залез? Тоже уже тут заезд, наверное. Может, он там потерялся? Ну, может, спустимся, чтобы он нас заметил. Давай посмотрим, где он. Ну, видишь? А, вот, смотри, как прикольно, видишь? Опускается, чтобы там пройти. То есть он должен, получается, здесь быть. Пошли поищем мальчика, где он пропал. Может, ему помощь надо?
Ну где же тут мальчик? Твои мальчики не остались, да? Все. Ну мальчик только уже помогал, а теперь у нас нет да. никого. Друг... Кто же нам теперь поможет? Ну будем ждать. Так. То что здесь мы сами не пройдем. Да? Угу. Боже, а вы смотрите, как вот я иду, кто у него такие уши. О, смотри, вот вдвоем забежали, сейчас они пройдут, и нам будет помощь. Видишь, они молодцы. Помогают друг другу. А у нас больше никого не будет. Давай здесь станем. Мы же тут попрыгаем. И кто-то. Друзья, кто-то... мы здесь ждем, да? Друзья, мы здесь. Ну, жалко, что пропал наш мальчик. Друзья, мы здесь ждем. Давай посмотрим, где они прошли. Так, ага, один кстати, прошел. Девочка уже осталась. Так. Уже близко к нам. Что ж ты делаешь? Ты ж... Он это, забежал за квадрат, да? Ну что, сейчас они пройдут, подождем. Напишите в комментариях, как вам эта игра, нравится, не нравится. У нас ой, там сейчас выходят постоянно игры, и мы еще хотим Форзу 5 заливать. Напишите в комментариях. Папа, опять мальчик упал. Опять? Смотри, их. О, это не тот мальчик, который с нами был. Джебмен, это такое у него название было. Вот он наш! Да, дружище, мы тебя ждем, да? А почему он за нам? Он же на Зелесицке был. А чего он опять? А чего нас мальчик там отказался? Так. Они теперь вдвоем, что ли? Супер. Этот другой мальчик теперь в цене играет. Наш мальчик. Наш мальчик. Да, будем так прыгать, что мы его ждем. Да, все. Все, вот, мальчик, здорово! Мы тут не можем без тебя пойти. Идем. Теперь нам на классную дождаться, пока он спустится. Ага. Вау, что он сделал? Зачем он такое сделал? Кто это так сделал? Не знаю. Ау! Кто так сделал? Успели. Опять класс, надо тебя ложить. Ну, зачем же он сбежал, а? Ну зачем вы сбежали? Мы же тоже хотим пойти. Зачем вы так сделали? О. Опа, надо так прыгать. Нас подпрыгнуло. Чтобы мы успели. Вот так раз, супер. Все, супер. Теперь тоже туда до командной. Так, давай теперь помогать. Раз. Мы будем так потихоньку, чтобы они все прошли. Да? Не будем спешить. О, мальчик тут и тоже помогает. А что он стоит? А, наверное, для каждого опускается отдельно, да? Ну, он идет или не идет? Мы же тебя опускаем. Чего он там занял? А мы же будем вот так ебать, что... Смотрите, как-то... да? Как мы командой собрались уже. О, побежал, наконец-то. Давай, его вот тут здесь опустим. Наверное, что у него там интернет уже вылетел. Все, пошли. Походу, надо туда падать. Вау. Смотрите, какие челюсти! Челюсти какие-то! А что здесь делать надо? У, так они ловят, прикинь, Денька. Постой, надо не туда идти, надо вот туда идти, вперед. Вперед? Вот туда надо идти. Ну пошли. Надо так, чтобы... идти так, чтобы он не повернулся к тебе лицом, да? Ага, вот, смотри, я нашел проход. Все, они нас все поймали. Ну это похоже, им зубы вывали. Угу. Им зубы даже вывали. Так. Похоже, что тут будут быстрые мы. Ага, смотри. Я тоже играю. Давай. Ух ты! Так я же ничего не делаю, я же по наушку так нажимаю. Я по наушку. А кто это такой лысый? Не знаю. Вижу кого-то лысого. К нам добрался игрок, да? Да. Лысый игрок. Так, давай тут не спешить. Лысый к нам игрок привел. Так. Пришел лысый. Тут какие-то решетки еще. Опа. Есть! Прошли. А почему мы еще? Ау! А,
тут еще надо, тут еще и много надо походить. Смотрите. Мальчик, мы тут. Ну давай, пусть они зайдут. Да что ты так сделал? А, смотри, здесь надо вот так раз. Не вот так, папа! Вот так надо! Ну чего ты так сделал? Я нечаянно! Да ты все время! О, смотри! Вот раз. Так уже надо, а потом кто. Так кто же будет? А, ты походу надо уже сцепить клавишку. Не, надо было повернуться на ней. Ну давай. Ну вот. Пробуем. Мальчик, вы тут! Мальчик! Вот мы! Ай, тебе зеленую надо! Мальчик, зеленую! Ну и где мы сохранили? Ну такая, да? Сложно. Смотри, раз, чтобы удобно прыгнуть было, да? Теперь даже другие нажать. Ну, нажимайте, ребята. Вы что, опа. Не наши? Ну, они наверное думают, что мы не наши, что мы не их. Я сейчас, если я переправлюсь на ту сторону, я же им помогу, они же не понимают этого. Все. Спасибо вам. Спасибо. Так. А почему тут только ты? Давай теперь ему. Мальчик! Он неправильно делает. Надо, чтобы он остановился. Чтобы он запрыгнул. Ну, мальчик! Ну, зачем ты так делаешь? Так вообще не... Это не по правилам. Это только по правилам. О, вот так, смотри, сейчас он... Это только по правилам. Пошли дальше, может там кто-то будет еще. Поможет нам, да? В конце будет какой-то босс. Так, о, нас кто-то здесь ждет. Давай. И что здесь? А, надо сразу сюда, смотри. Видишь? Нет! Мы же тоже отпускай. Так. Мы же тоже хотим. Давай, сейчас дождемся. Мальчик, мы тут. А что идет с головой? Что идет с головой? Боже, а кто это нас так поднял? Я не знаю. А это там другой наверху поднимает. А сейчас кто, мы поднимемся и тоже поможем. А что это у нее с головой тут? Ой, ну, это такая у нее маска на голове. Так, ну что? Поднимет нас или не поднимет? О, молодцы. Сейчас мы тоже будем помогать. Нам главное вверх подняться и будем помогать. Все, мы уже да и... Все, мы уже пошли. Нет, и не ту! Надо сначала голубую мальчику. Нету. Папа, чего ты нажимаешь? Пусть он сначала пойдет. Ладно, так, идем. Ух ты, куда мы попали? Босс! А? А, тут не босс. Тут а, смотри, это мы что, компания дружелюбного дедушки по переезду. Там уже на ней надо садиться уезжать? А? Денька. Кто там? О, смотри. Смотрите, вы там дедушка, которому играет, смотрите. О, привет. А вот и мы. А вот и мы. Ну, надо вовнутрь сесть. Наверное, туда надо сесть. О, не. О, он нас закрыл. А это, наверное... И смеется, нас поймал, ты понял? Это, наверное, чтобы мы никуда не падали. Вот так. Ну смотри, куда он нас привел. Смотри, тут босс! Босс тут! Я, конечно, уже понимаю, тут будет босс. С сидишками. Ух, смотрите! Ты! Класс! Ему надо, сидечки надо ему стоять, нас с сидечками. Вау, чего он так? Ух ты, а шо это? У-у-у. Ты понял? Да! Что такое? Вау, так он ничего себе нападает. Вау! Надо так прыгать, да? Надо не на кассу, надо где-нибудь нету классного. Так, папа, ты забыл? Так это тяжело. А мы сейчас пойдем. О. Боже, что это у него за голова? Что это за голова? А сейчас будет. О. Все, не будет выше.
Ну такой сильный, да? Все! Сейчас начало! Началось! А, попали, да? Так, на серо. Все, осталась одна. Сейчас будет все зеленый, сейчас будем еще зеленый. Такой босс сильный. Вот какой. Вау, какой он страшный. А он зеленый, это мне на хаук. Ага, у него полоска своя, видишь? Нам надо на полоску не попасть. Видишь, такая? Ого. Быстро. Давай его обманем, в другую сторону пойдем. Ого. Ты, видишь, как он тогда по этой полоске перепечатает тебя? Кошмар. Все, мы победили! Победили? Точно? Реальные. Смотри, мы победили! Все, он взрывается! Ого! Вот это рвануло! Это как будто гром! Супер! А чего мы еще? Мы выиграли, да? Смотрите, мы где мы сохранились. Вау! Сейчас мы зайдем. Друзья, в дух. Ставьте лайк, мы прошли эту теперь игру команды. Теперь давайте зайдем в портал. И какую-то игру пойдем в какую-то интересную. Сюда? Синий портал! Где? Вот. Не, никуда. О, что-то попали.